Чухово, бро, меня зовут Фреш, и добро пожаловать на новую серию реальной жизни в GTA 5. Собственно говоря, ребят, наш денёк начинается с того, что нам надо найти с вами грёбаную тачку, потому что это... братан, ты как бы на чужой зоне, слышь? Ты на чужой зоне был, алё? Это моя территория, давай... Опаньки, давай-ка лежать, мазафака! На тебе врыло, ага. Давай, ты вставай, давай. Так, давай, ты чё? Нормально серия начинается, ребят, опа. А ну-ка лежать, мазафака. Так, ну все, собственно говоря, с этим пацаном я разобрался, он засал и убежал. Ну, как обычно, я причём даже не удивлен. Такой взял тут гулять по моей территории. Чё он тут вообще забыл? Я понять не могу, чё тут меня вообще делал, а? Чё он меня тут делал, а? Соседский дом, ой. А чё, так можно было свою курицу? У него собственный курятник? А чё, так можно было? Блин, да это же изи-мани. Реально, собственный курятник, это же изи-мани. Блин, сейчас бы мне кто-нибудь по рылу не настучал, я же на чужой территории. Так. Там у нас есть кто-нибудь? Мне нужна тачка, кстати. О, ёпта, тут собака, пацаны, нахер. Ну нахрен. Так, тут проходка у нас есть. Это не я продолбал, это курицу сломали, на самом деле. Я вам отвечаю, пацаны. Так. Мне нужна грёбаная тачка. Да, ребят, не обращайте внимания, что я могу немножко гнусавить, я болею до сих пор. Я простыл, причем нехило так, я простыл на самом деле. Я уже второй день катаюсь за лекарствами, потому что все быстро за один день использую. Так, собственно говоря, а чё это за братан стоит такой у нас тут? Что-то, блин, агитирует тут. Так, магазин мне не надо, у меня все есть. Мне нужна машина, мне реально нужна тачка. Да, сегодня я сейчас поеду, мне надо будет созвониться с человеком, точнее встретиться даже. И с ним мы договариваемся по поводу заказного угона. Сегодня, да, у нас заказной угон того самого лимузина, катафалка Мерседес. Е-класса. Так, а тут у нас... А, тут у нас банк Херас 2, я тут ограблю машину, да. Блин, а так все хорошо могло начать. Так, о, кстати, у нас и тут сервис есть. О, нормас. Блин, здорово. Ладно, не хочу я с ними. Ой, ё-моё, тут какие-то бандиты. А тут где машина, есть где-нибудь задница? Сам ты лузер. Кстати, что прикольно, то что... Да ёпта. То, что... ну, в прошлой серии, вы помните, что там было? Там был капец. Там такой разрыв башки был, ребят. Поэтому однозначно влепите лося. Так, мне нужна тачка, я задолбался искать. А! Гора, это парковочка. Так, и там машина. О, отель, мотель. Ну все. Нам надо какое-нибудь тихое место, но что-то тихого места здесь вообще не... Ой, тут народ. Да ёперный это театр, а. Ой, я задолбался искать, чтобы, ну, где-нибудь там... Ой-ой-ой. Ты это, не сигналь, братан. Я тебе... То, что ты прицеп возишь, то, что в прицепе я в тебя засуну, понял? Ну тут как бы палевно. Причем очень. Может, там где-нибудь есть? Не, ребят, я задолбался искать здесь. Не... Так. А вот это уже попахивает хорошей тачкой. Ой, без сигнализации. Ну давай. Да ёпта, надо себе отмычки купить. У меня реально отмычек нету. Ну ладно, ничего страшного. Так. И сваливаем. Вроде бы должен нормально ехать, вроде полный привод. Ну все, пацаны, на сегодня у нас есть тачка. Собственно говоря, это Рэмблер, хотел сказать, Рэбл. Собственно говоря, клевая тачка на сегодняшний день, пока я себе свою не куплю. Вы напишите, кстати, в комментариях, какую тачку нам купить. Желательно недорогую, быструю, такую, более-менее статусную. У меня денег осталось 1 400 000, не надо супер-шибко дорогую, ну, тысяч там, не знаю, даже не знаю на самом деле. Просто напишите в комментариях, какую тачку купить. И напишите, какой бизнес нам, собственно говоря, либо открыть, либо найти и выкупить, перекупить и, собственно говоря, зарабатывать им на жизнь, так сказать, и чуть-чуть богатеть. Так, а мне...
Тогда я сейчас опасно сделал, на самом деле. Сейчас я мужику позвоню, узнаю, ему нужен этот, как его там, заказной, как его там. Короче, угон надо ему делать, заказной или нет. Так, где он тут? Так, собственно говоря, я с пацаноньком поговорил, ну, с мужиком даже, я бы сказал, поговорил. Все-таки он хочет Мерседес. Я не знаю, на чем нас... Ты дебил, что ли? Алло! Алло, ты дебил, что ли? Какого хера ты делаешь? Я сейчас за... заглохла, тачка! Во! Кобздец, что за машина? Что за подстава? Смотрите, он сейчас таранить будет. Смотрите, реально. Он меня подтуронил, алло. Алло, братан, ты как бы это, выйти не хочешь поговорить, потрещать с глазу на глаз, алло? Давай, выходи. Ты кому фак показываешь? Ты чё? Пойдь, давай. Выходи из машины. Давай, мразь, давай, 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 давай. Сюда иди. На, чё? Да, да, не можешь, да? Ай, 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 опаньки, да, не ожидал? Мразь, а ну-ка лежать, давай, я тебя жду, вставай, вставай. А ну-ка встал, о-о-о-о, неплохо тебя почувствовали, да? На тебе в рыло, чё ты там ударить хочешь? Давай, на тебе в рыло, на тебе, ты чё? На, ай-яй-яй-яй, капец, задолбал меня этот хреносос. Я с ним так разбирался, мы подрались, в итоге он такой, пожалуйста, встань. Такой вообще абсос хрен. Так, надо этот катафалк забирать, все. Нам нужны бабки, он предложил за катафалк... Твою ж мать. Какого хера ты... Ой, да, задолбали, ну давай. Да, я даже тебя дожидаться не буду. На тебе в роло, все, пока. Я еще в придачу твою машину херакну. Так, 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 так. Твоя машина говно. Давай, я за. Давай, давай. Ты куда? На тебе врыло. На тебе, понял, лох. Не с тем связался, у тебя машина еще говно. Я тебе сейчас вомну колесо, понял? Сейчас же машина делают как фольга, металл, ё-моё. Сейчас я тебе вомну, сейчас я... Отхерачу твой говнокатафалк. Ой, очнулся. Очнулся. Здорово. На тебе врыл, ты даже не успеешь очнуться у меня. На. На. Козел, все, иди в жопу, ты меня задолбал. Просто иди в сорокотан. Просто задолбали, реально. Просто так и лезут на рожон. Пусть едет к жене, к семье, к своей, к собаке там и все. И на них ругается, не на меня. Так, машина самое главное, что не моя. Так, тут где-то... Где тут церковь? Вон церковь, там, значит, и катафалк. Сейчас... Блин, может, вот эту тачку взять? Ой, еще яма тут две... О, яма, яма, ауф, 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 ауф. Так, катафалк есть? Твою ж мать, катафалка нет, пацаны. А, я примерно знаю, надо в город ехать, там еще есть катафалк. Ща мы будем искать катафалк. Ё-моё, пацаны, это будет сложно. Я не думал, что это настолько... Я понял. Я не думал, что это настолько сложно будет, реально, потому что это капец. Ладно, погнали. Так, машин нету, всё, Или всё-таки давайте машину поменяем, потому что этот вообще не едет. Я предлагаю какую-нибудь легковушку здесь взять. Вот, вот эту черную легковушку давайте возьмем. Чё бы и нет. Или давайте какой-нибудь джип найдём. Блин, пацаны, я такую тачку нашел, вы смотрите. Охренеть, тачка тупо на стиле. Может такую себе купить? Я даже не знаю, слушайте, тачка очень клевая, она очень клево едет. Она прям, ну, охрененно едет, она, у нее слышится, что звук другой. Но она очень прикольная, она занижена. Ну, это сразу видно. Ну, блин, она видно, что она стиле, пацаны. Реально клевая тачка. Влепите за нее лося, потому что, ну, такое не часто угонишь, на самом деле. Я не ожидал, что у меня получится какую-нибудь вообще клевую тачку найти, но я искал, искал и нашел. Не зря искал. Просто тачка по кайфу сделана. Реально, чувак, который замутился такую тачку, красавчик. Но, правда, ну, я буду стараться ее не ухайдокать. Это все-таки не моя машина, но... Я все-таки из уважения к чуваку, который ее затюнинговал, потому что она очень клево сделана. Я постараюсь ее не убить, потому что, ну, тачка реально очень клевая. Чувак реально постарался, не жалел денег и сил. Ну, и просто любит эту тачку стопудово. Но то, что она занижена, это охренеть. Просто вот так вот лохов можно щемить. Алло. Баба, здорово, 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 здорово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну нахер, баба засала, пацаны, ну нахер. Ну нахер бабы связываться, а то еще тронет.
Отвечаю, реально, можете вернуть спокойно. Так, я думаю, мы к городу подъедем. И, собственно говоря, я возобновлю запись. Дебилы, что ли? Это же моя... О-о-о, у тёлочки тачку гнали. Здорово, братан. Опаньки, пока. Все, ты мне нахрен не сдался, потому что я как... Порш, ё-моё, какой клёвый Порш. Не, тачка охрененная, особенно с горочки, она так валит. Прям... Я в офиге, я в офиге, что такую тачку удалось найти. Тачку очень лютая, Яма. Она и управляется за то, что она занижена, она реально очень сильно устойчивая на дороге. Опаньки, 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 Яма. Охренеть, как шашечками-то едет. Ой-ой-ой-ой. Аккуратненько. Ну, тормоза говно, я прям чувствую, что тормоза такое говно редкостное. Так. Ой-ой-ой-ой. Ой, машина тут... Ой, Яма, я чуть не убрался. У меня уже машина стала серой. Угу. Я понял, все из-за пылища и из-за грязи на дорогах. Ну, когда быстро едешь, тогда все быстрее пачкается. Так, Яма, я подряд... Так, тормози. Ой, я ля тормозили. Слушайте, хорошая тачка. Мне нравится. Мне нравится. Ой, фух. Ты поворотник врубаешь, когда поворачиваешь? А ну-ка, сюда. Ты поворотник врубаешь, когда поворачиваешь? Алло. А, братан, ты дурак или что? Ты меня не заденешь, иди в жопу. Ладно, дорогие друзья, я думаю, мы подъедем уже к той церкви. И уже там, я думаю, я возобновлю запись. Запись. Так, да мини-купер, быстрее. Он вот тупит, а? Вот тупит-то человек. Что за человек, я понять не могу. Ну, капец. Так, ну что, ребятки, мы уже подлетаем. Я прям, ну я в прямом смысле слова сказал, что подлетаем. Я прям нехило так наваливаю. Так, вот у нас церквушка. И тут должно быть... Опа-на! Там даже два! Смотрите, вон один и вот второй. Так, давайте-ка сюда заедем. Кинем эту тачку. Она, кстати, вроде бы на пневме. Сейчас должна подняться. Что-то она не поднимается. Ну ладно, тут, походу, похороны будут, потому что... Смотрите, здесь машина Инфернус дорогая. Так, ну смотрите, первая... И по, ну тут у нас этот, короче, гарден, чувак, я забыл, как называется. А, цветочник, садовик, садовник, ну да, садовник. Так, вот второй, ну тут больше глаз, да. Ну, братан, извини, мне придется вырубать тебя, потом, ой, народу никто не палит, ну охренеть, ну братан, ты меня, конечно, извини, ты даже не должен напомниться, кто я такой. Так. Да вырубись ты, а. Все, голову снес ему. Так, братан, мы тебя в кустики сюда затащим. Давай, давай, до конца, в кустики, в кустики, в кустики, в кустики. Опаньки, все. Вот здесь ты у нас и будешь лежать. Пацаны, так скрытно, я никогда еще не работал. Еб твою налево, а. Так, ну все. Ой, охрененно, пацаны, охрененно. Мерседес. Да, иногда подфриживает, да, ребят, очень много модов, да, извините, вот за это извините. Так. Так, вот этого мы убрали. Так, давайте-ка стукнем. Блин, я мять бы не хотел, но давайте-ка проверим. Сигналки нет, все. А у этой. Твою ж мать. Так, его сюда, в кустике. Опаньки, опаньки, я в кустиках. Сигналка прекращай работать, хозяин моя. Хотел он так. Я садовник, та-та-та-та-та. Покопал, вот кинул все. Так. Ага, ага, ага. Ага, 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 стучи, да. Оп. Открыто! Ёпта налево, а! Заводись! Пацаны, катафалк. У, хоть сзади гроба нету. Топа, давайте. Ну, я чисто по приколу проверю тот. Может быть, там, прикиньте, там этот гроб. Прикиньте, реально угнать мэр с гробом, ёп. Кстати, что-то как-то все легко. А, я понял. Один уехал, сейчас могут и за вторым прийти, пацаны. Один уже уехал, сейчас могут за вторым приехать. Поехали сразу, быстренько. Давай, давай, давай. Это у нас Ешка Мерседес должна по факту быстро ехать, давай. Давай, 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 давай. Сейчас будем короба сломать, просто похер на коробку. Так, Яма он валит на самом деле, но это он то, что пустой. И то, что здесь более мощный мотор стоит, ну, пацаны, катафалк, там еще и человек должен сидеть, и гроб. Гроб сам по себе не легкий. Так, надо на свалку в городе, мне сказали, вроде везти надо. Ой-ой-ой, пацаны, а это вроде бы, как вам сказать-то, ацтекам принадлежит вот это вот именно, ну, не свалка, а
церковь ацтекам. Я надеюсь, там никто из ацтеков меня не видел. Но я помял немножко, но в районе 30 тысяч баксов. Ну, я уже не 30, а 25 получу, там 28. Но все равно, пацаны, 28 тысяч баксов за заказной угон катафалка, это что-то на самом деле. Так, ё-моё, аккуратно, аккуратно. Надо в городской этот ехать. Тормоза говно. Ёпта, дебил. Но на самом деле это, ну, прикольно. Блин, меня сейчас менты могут вообще в легкую найти, знаете почему? Угнали катафалк, Мерседес, и сейчас буду с не с Google карты, а с вертолетов смотреть такие, прикиньте. Где же катафалк? Катафалк же так не сильно не палится. Это сейчас такое палево, реально такое палево, ой-ой-ой, закидывает. Такое палево сейчас на катафалке ехать на самом деле. Я сейчас очень жестко нарушаю, давай, все. А где у нас пригород? Я забыл. Так. Я сейчас очень жестко нарушаю, а номеров... Номеров нету! Офиге... Твою же мать. Офигенно, мне самое главное не уходить. Ооо, как хорошо вырулил, ё-моё, а! Так, самое главное, не ухайдокать, Мерсе... Дес, ёб твою налево. Пацаны, я сейчас так был в шаге от... Ой, закинуло. Так, извините. У меня время просто, время бабки. Чем быстрее, тем лучше. Так. Фух, точно гроба нету. Ну, я на всякий случай. Так. Тут лучше налево пойти. Давай. Опа. Ема, я шашками езжу, пацаны. Кабздец. Так, мы уже подъезжаем. Все, хорошо. Отлично. Так, навстречку. Извини, братан. Ой. Быстро. Время бабки. Так. Тут никого нету. Все, аккуратненько. Так. Где у нас тут свалка? Где заезд? Вроде тут у нас заезд. Так, это не то. Где свалка-то, а? Вот свалка. Свалка? Вроде свалка. Да, все, свалка. Так, машины как раз... Вот, едут как раз. Все, пацаны. О, угнать за 60 секунд? Не, не слышал. Все. Ща будем бабки получать. Да. Здорово. Опа-на, какой бандито. Бандито приехал. Баблито мне отдавати-то. Эу, я тут как бы, алло. Фу, ну все, баблито этот мучито мне отдали-то. И, собственно говоря, плюс в кармани-то у меня 24 тысячи-то долларито. Так, собственно, ну что-то как-то легко на самом деле. Я думал, будет посложнее. Что-то как-то несложно этот угон. Но я представляю, что он там следующее запросит. Там кабздец, наверное, будет. Угони у того это, у того все. Ну, собственно говоря, хочешь на крутой тачке ездить и... Привыкаю грабить. Так, знаете, что я предлагаю сейчас сделать? Кстати, ребята, лосик-то, отстрипьте лосиков-то за длинные серии. Да. Надеюсь, точно это будет длинная серия, а не как обычно, знаете, там снимаешь, записываешь, камеру включил, в ложек такой идет и херак 10 минут. Так, смотрите, сейчас я предлагаю, знаете, ну, чисто по пути домой потаксовать. Чисто Uber врубить на телефоне, чтобы нас... Могли видеть по поиску. Мне надо тачку как бы найти для этого. И как бы, знаете, я ни одной тачки здесь вообще не вижу. Блин, найти бы еще какую-нибудь такую же вкачанную, как тут же. Было бы клево. Ой-ой-ой, под фуру выбежал пацан. Да не сигнали, увидел, и не трамвай объедешь. Так. Ага, там у нас тоже, кстати, какое-то предприятие есть. Кстати, да, там тоже есть предприятие. Опа-на, и дома. Ну все, машину мы нашли, пацаны. Блин, сейчас у нас, знаете, как жизнь перевернулась? То, что... фургон я не буду гонять. У нас чисто жизнь перевернулась так, то, что у меня были бабки, теперь у меня их толком-то и нету, потому что 1,5 миллиона... Блин, за 1,5 миллиона говно хату можно какую-то купить в городе. Просто такой обсосный, там всякие... Блин, короче, гниющие полы там будет, вообще все. Так, а чё здесь за маленькие машины как-то? Их тут много, тут как-то, ну чё... мир смурфиков тут я не понял. Почему здесь такие маленькие машинки? Я не понял. Я сейчас на участок, кстати, зайду на чей-то. Так. Ну нахер, пацаны. Я не хочу на частную собственность врываться. Так. Угу. Мне машина нужна. Желательно какую-нибудь открытую. Это... Ладно, это не то. Это открыто. Так, отмычка. Опа-на. Всё, сигналки нет. Все, пацаны, изи.
Давай, давай, давай. Давай, давай. Все. Разворот. Блин, ну, кстати, слушайте, прикольная такая тачка. Яма навалит. Яма. Ну все, пацаны. А чё она так валит? Ты дурак, что ли? Алло. Ты куда-то ранишь. Вот дурак. Ладно, пацаны, погнали, капец. Ой, что-то он, что-то она роет. Гелик, яма, пацаны-миллионеры тут раскатались. А что такое? Ой, ацтеки, ёпта, налево, нахер отсюда, я сразу сваливаю, реально даю дёру. Так, нам надо сейчас на работу бы устроить. Мне же документы восстановить. Ну ладно, документы я восстановлю, не буду это записывать, потому что, ну, это, я думаю, скучно будет. Хотя вы напишите в комментариях. Так, что нам надо? Мне сейчас надо найти себе работу, на работу устроиться. И нам надо бизнес, потому что, смотрите, на квартиру я купил за 500 000, ну, дом. Я как бы хочу 1,5 миллиона. Ну, нет, надо машину все-таки купить, а не угонять каждый раз. Надо купить себе машину, ну, 1000 за 100 баксов. Я думаю, какую-нибудь охрененную тачку. Ну, не шибко крутую и не выпендриваться сильно. Блин, дебил, еще стоит, а я ему посигналил, он остановился, тупой. А какую-нибудь тачку купить? И, собственно говоря, я все бабки хочу в бизнес вбахать, чтобы, ну, он доход приносил, потому что, ну, реально, капец какой-то происходит. Хочется, как бы, и жить клево, и вкусно жрать, и, как бы, не позволяет... Не, 1,5 лимона позволяют сейчас это делать, но, как бы, хочется, чтобы эти 1,5 миллиона, знаете... Хочется, как бы, чтобы эти 1,5 миллиона... Пацану чисто пофиг было. Хочется, чтобы 1,5 миллиона эти были, как, знаете, неприкосновенно запас, чтобы вот, если еще какой-нибудь геморрой случится, чтобы можно было, хоба, взять и, типа, восстановиться. Ёпта. Тормоза лютейшее говно. Не, но самое главное то, что мы получили свои заветные 24 тысячи долларито. Так. Вот, кстати, закидывают, кстати, пацаны, дрифт на переднем приводе. Так, смотрим, как у них тут бизнес идет. Так, так, так. А чё с автосалоном? А чё с автосалоном, ребят? О чём пустой? Я понял. Я всё понимаю, но этого я не понимаю. Почему автосалон пустой? А, я понял. Я понял. Сейчас бы при мне только что тачки бы загнать. Я понял. Так, закидываем. Блин, охрененно. Кстати, у меня появилась что-то такая идея. Какой-нибудь типа мойки купить, но... Сейчас мойки все у нас никто не продает. Мне вот эта вот мойка нравится. Сейчас я вам покажу. Так, давайте вот так вот. Вот, вот здесь вот за поворотом есть охрененная мойка. Она очень часто пользуется спросом. Ну, мной, по крайней мере. Здесь бензоколонка. Можно, в принципе, и бензоколонку купить. Но я думаю, за 1,5 миллиона никто... И мойка, кстати, 15 баксов стоит машину помыть. И я думаю, это нормально. Нормальная цена, типа. И бензоколонку никто не даст тебе купить. Ладно, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки, рассказывать друзьям. С вами был Фреш. Вот такая вот серия у нас получилась. Давайте наберем на этой серии 7, давайте, не, давайте 6 500 человек, давайте вот так вот, ну, вы часто лосей много подкидывать стали, я прям это очень радует, ребят. Давайте 6 500 лосиков и выйдет новая серия. Собственно говоря, не забывайте подписываться на канал, подписываться на меня в Инстаграм и, собственно говоря, подписываться на мою группу и на группу прокачки, самая лучшая прокачка в интернете. Ой... Пацаны, я так когда-нибудь себя доведу. Реально, я ношусь и... Прям капец. Прям стрёмно и стрёмно. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи и, собственно говоря, всем пока. Твою мать! Охренеть. Надо сваливать. Надо свалить. Ема, у меня еще шея хрустит, капец, пацаны. Все, всем пока.